Итак, здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня мы проходим карту под названием From Ashes, что переводится из пепла. И сегодня буду проходить ее вместе с Владом. Влад? Да, всем привет. Да, и те, кто еще не знает, что Влада взломали аккаунт, там все такое, он теперь под другим аккаунтом, чуть другой скин, показывает демоны. Так, давай прочитаю табличку. Так, подсказка, типа, запомни, что вы можете крафтить, размещать и ломать или кое-что. Вот, все. О, смотрите, что есть. Ну, а я беру кровать, давай. Ой, да, я книжку тоже возьму, окей. Почитаю. Так, читаем книжку. Так, первый день. Наконец-то. Мы на корабле. Мы посередине. Мы посередине какого-то неизвестного места. Мы чувствуем себя хорошо. Так. Короче, если тут дофига читать, тут D11, D7. Короче, тут... Мы типа выживаем, мы типа потерялись. В общем, я понял, так. Все, мы... Я добыл немного дерева. Да, да, все, давай. Оп. Так, смотри, еще не шанишки. О, водка. Водка, ой. Польская водка, лукс. Чего? Давай, бери ты. Ой, слушай. Ну. Ой. Давай, это, поздравляю. Смотри, мы туда пойдем, смотри, там какое-то здание есть. Да? Вот, смотри, какое-то здание. А, суть карты... Это карта от Векса, то есть суперхостайл. Тут, как и в других суперхостайлах, нужно найти 16 шерстей. Только что-то... Он отличается от всех предыдущих суперхостайлов, которых я проходил. Ну, обычно начинаешь такой там какой-нибудь... О, давай туда не полезем, а? Пофиг, ломаем систему. Не, давай пойдем. Вон, я вижу таблички, пойдем. Ладно. Так, смотри. Это, я так понимаю, монумент славы, нет? Нет, это еще не монумент. Так, смотри, карта. Ага, так, все. Так, справилась, все понятно. Мы... Слушай, а сделал ее не Векс. Хотя это супер хостайл. Писяка, это 9-9. Ну ладно, давай собираем еду тут и не сюда. Так. О. О, садим. Подожди. Да не, мы, я думаю, сегодня вернемся уже. Давай домики обшарим. Да, давай, я пока все арбузы соберу. Так, книжечка. Я почитаю. Не хочу читать. Давай тогда сделаем все, что там в деревянной кирке, добудем камень, ну и... Так, сейчас я уже так-то сделал, стоп. Конечно, коленки нет, ладно. У меня куча еды. Так, я нашел сундук. В нем камень есть, именно камень, не булыжник, а камень. И спуск вниз. Иди. Подожди. Бачил, как приготовимся, потому что вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, помоги. Подним, Жака. Полки, я не могу подняться, тут обрыв. У меня есть факела, да-да-да. Тут есть спавнеров очень много. Кирка есть? Кирка нет. Кирки нет. Мочим. Жак, давай заградим проход. Я свечу и все. Так, сундук проверю. Так, в сундуке дерево, стрелы, пойдем. Ой. Фух. Так, смотри. Так, мы как бы нам обратно залезть? Давай я залезу, ты понимаешь, что... Так, кстати, да, я хотел кое-что сказать для наших зрителей. В этой карте, мы будем телепортироваться. Это не запрещено. И мы сразу об этом предупреждаем. Еще не телепортируйся, давай телепортируйся. Так, я говорю, так, давай сделаем кирки. Давай. И пойдем добывать камни. Точнее, нет, вот сейчас, подожди, все на месте. Ломай. У меня есть ботинки. Еще угля есть в кучах. Так, сколько? 6 штук, все. Так, давай тогда ты добывай там камень и все делаю каменные кирки, каменные меча, я пойду еще здесь поищу сундуки. Хорошо. Сейчас досок добуду. О, сундучок. Стой. Ты его, видимо, обшарил. О, там есть какой-то проход, но я пока туда не пойду. Да. Ой, да почему? Какой-то гравий какой-то. Какая-то могила. Где? Я вот, а, вот еще могила. Ладно, я пока добуду. О, сундук! А, блейзроды есть и... Блейзроды, да. Ну, это игритая палочка. О, лопата, бутыльки опыта, можно я все везу? Да, бери, конечно. Так, вон еще сундук. Вау, нифига себе тут топор, такой зачаренный, капец. Я заберу маленькое дерево. Пригодится. Так, все, я иду к тебе. Капец, топор это просто.
Вот просто посмотри, какой он. Сейчас. На. Слушай, а тут есть один сундук? Я хочу... А, я заберу там сундук, я просто выложу вещи, чтобы потом уже с ними распределиться. А то у меня столько вещей, а у тебя мало. У меня даже места нету. О, кроватка. Спать будем, нет? Да, я думаю, вряд ли. Зачем? Мы же телепортироваться можем. Так, вот, смотри, сундучок. Просто вот бери себе что-нибудь, а то у меня инвентарь весь заполнен. Да, давай сделаем по два меча каждого. Мы быстро ломаемся, мне кажется. Смотри, я кису скину. Это еще не все, у меня еще есть ресурсы. О, смотри, для тебя ботинки. О, все, да. Так, я сейчас положу, что тебе нужно взять. Так, меч, и два меча. Кто? А кирка? Ой. Кирка есть? Кирка. Мы тогда сейчас все забираем, пойдем туда, первый данж или куда-то. Сейчас. Все, можешь со мной стрелять. Слушай, ночь. Идем, быстрее. Все забрал? Все забрал. Давай все заберем. Печь бери второй. Забрались. Что брать? Меч второй. А, меч второй. Нет, да и тебе второй дал. А, мне? Ну, по два меча каждому. А, окей, пойдем. Давай сундук заберем, наверное. Да. Мало ли. Никита, пойдем. Собираемся. Кстати, да, у Влада новый микрофон, так что его сейчас должно быть слышно лучше, даже не громче. О, что-то падает, смотри. Что это такое? А, типа, мета... Зелье регенерации. Видишь, мета стейшн. А, ская станция, что такое? Ну да, типа, можно себе килиться. Так, что там? У меня есть факела, так давай, убиваем. Тихо, слышишь, звуки? А. Так, будем убить добывать. Минус один, а у меня много. Ой, извини. Чё-чё. Я у моих спавнера. Я спавнеры. А, хорошо. Я снимаю спавнер. Кишку полетел. Полетел. Так. Ой, страшно, страшно. Смотри, у меня есть 38 угля. Дать? И зачем? Я буду сейчас сочать. Да, сочать. О. Так, вот. Сундучок. Ай. Сломай. Вот, так, сейчас. Пить. О, все. Так, стрелы для тебя. Так, вот, смотри, у меня 26. Может, потом найдем. А, я могу сделать. У тебя есть сверсак? Могу сделать. Я сделаю. Хорошо. Сейчас я сделаю лук. Если у меня полный инвентарь. Я пластинки, наверное, выкину. Сейчас, одну секундочку. Красиво, слушай. На тебе лук. Пластинки я выкину. Где? Ну там вот валяется около верстака. Вот это. Все, пойдем. Сейчас. Подобно, если все погнали. Стоп, нифига там пауков. Где? А ты их видишь? Да. Убиваю, убил. Так, свечай. Свечай, свечай. Так, давай дерево добудем. Крики! Не меня выкидай. Все, отлично. Что же, нужно поесть. На дерево добудем немножко. Аккуратно сзади крипер. Где? Вот тут вот. Пучки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он убил зомбака. Так, давайте все заберем. Давай, о, броня. Я возьму себе ботинки, ты возьми себе шлем. Ой. О, что за фигня летающая? Что там, что за ерунда? О, первая шерсть. Или это не первая? Да, первая шерсть, белая шерсть. Отлично. О, железо так, есть. А куда нам ее нести, интересно? Ой. Не знаю, пойдем просто дальше. Давай все заберем отсюда. Блин, это кто летает? Это летучие мыши, оказывается. Как они горят? А, они бьют паук. Все, о, спавнер, подожди, спавнер. Давай, ломай. Так. Все, пойдем отсюда. Так, смотри, мы же не все собрали. А, да? Там ценные вещи, смотри. Да, я тебе оставил. Так, алмазная руда, стой, давай сейчас ломаем ее киркой крутой. Так, кровать будем брать? Сейчас фига. Так, молоко. Смотри, что за кирка крутая? Что за кирка крутая? Смотри, сейчас покажу. Прочность 4, эффективность 2. А, кстати, да, хотел нашим зрителям объяснить немножко. А, она разве железная? Каменная. Молодец. Можно? Нет. Можно. Спорим, нет. Можно. Да ломай. О, смотри, там дом раздатчик. Идем пусто. Слушай, хотел объяснить для наших зрителей. Эта карта, это как бы у нас зомби... Ой, не зомби-апокалипсис. Ну, можно так сказать, что просто апокалипсис. То есть какой-то типа метеорит, пол... Ну, не знаю, что-то вроде этого. И наши... Мы последние, кто остался жив. Понял? Все сдохли. О, спавнеры. Скелетов. Ничего ты читер. Ладно, пойдем. Все, пошли. Ой-ой-ой, осторожно. Так, там сундук внизу, пойдем-то? И вон тут тоже сундук. Ой-ой-ой-ой-ой, скелет. Бил. Тихо, осторожней, Жек.
ломать паузер. Помал. Что мы делаем? Так, смотри, я возьму себе прикольный шлем. Так, что там в сундуке? Ой, я возьму себе прикольный меч, да. Хорошо, давай. Так, там еще один спавнер, я пойду его сломаю. Скелетов. Сломал. Так. А ты... А, вон. Ой, что было? Не знаю, пойдем вниз. Так, что я там сундук был. Так, Жека, где ты огнестойкость? А, вот, все, понял. О, да, у меня огнестойкость есть. Ну, типа, знаешь, такие пункты, чтобы... Смотри, рычаги. Ваня, буду на них нажимать. Давай проверим, что там за ними. Динамит. Я его разрушил, он взорвался. Точнее, начал взрываться. Поджёгся. Бежим. Тихо, я горю. Там что-то взорвалось. Блин. Там лава потекла, пойдем оттуда. Не-не, пошли лучше в самый низ. Да. Ну, я говорю, после пойдем вниз. Так, их осторожнее, что-то как-то. Так, по порциям. Смотри-ка. Сундук. О, две кожаные брони. Я возьму, когда покончили. Я возьму стак стрел. Я еще всякую ненужную фигню выкину. Фига мне эта ерунда, вот это нифига. Это нифига. Ой, стрелы на. Если я лут тоже лук возьму. А, ну возьми тогда 26 стрел. Окей. Броню нужно взять, потому что мало ли сломается, тут она быстро ломается. Так. Все. Подожди, мы сундук не обшарили, Жек. Какой? Я бы тебе не знаю, кто какой-то был. Кто? Может, и пойдем тут лава куча. Что не мне надо показалось, а просто дальше. Так, уже. Стоп. Осторожней. Криперы. Ой! Беги. Тихо. Может, осторожней, пробежим, может, по-быстрому. Не упади. Пробежал. Спавнеры криперов. За взрывных криперов, таких, знаешь, электролизованных. О, это... Стой, 15 гранат, возьми половину. Чего себе. Легенда, слушай. Так. Курочку. Нет, возьму лучше кожу. Я пошел в дверь. Ломаю. Я зашел в дверь, помоги. Захожу, ой. Зомби. Я бью. Я тоже бью. О, тут полечиться можно, смотри. О, крутяк. Чё, раздачки? Дай тебе. Ой, да, блин. Не, мне есть, мне дофиги еще. Ладно, давай, пойдем. Так, можно вот это ломать, и будет светлее. Полблоки. Да так светло, зачем ломать-то? Ну, чтобы чё слили было. Видишь, тут они как бы свет, он ничего не освещает. Вот теперь освещает. Еще освещает. Что, никого нет? А, нифига себе, никого нет! Ой-ой-ой, давай в домик заходи! Я захожу. Так, сундук. Три водки, я возьму две. Три эмеральда. Я две водки взял. Возьми последнюю водку. Это регенерация. Места нет, ладно. Сюда. Водка. Тут криперы. Много скелетов, очень много скелетов. Я бегаю. Подожди, отойди. Лови фаши гранату. Ой, сзади, смотри. А, нифига себе. Что это такое? Бежим обратно. Давай, ой. Уходи. Маленькие. Я кушаю. Я водку выпью. Граната. Ой, меня отравило. Меня шатает жутко. Шатает. Тошнота. У меня экран здесь расплылся. Влад. Влад. Вот, я ничего не вижу, у меня экран расплылся. Тихо. Просто не беги. Тихо, закачь. Ты пэхайся. Он сейчас тоже убьет. Может, ты пэхайся. Меня шатает жутко. Все, прошатало. Хорошо был способный второй крутич. Все, давай побыстрее отсюда уходим. Так, подожди. Ложу самое нужное сюда. Крипер убиваю. Взорвался. А, хп нету, хп. Так, я бегу. 4 хп покрикай. Я бью крипера. Зомби бью. Очень много ребят. Идёшь, ой. Да. Водку пей только в самом крайнем случае. Тебя шатать будет жутко. И всё? Ну, там пила всё какой-то нас надо бежу. Смотри, ничего, знаешь? А, тут бьёт. Пойдём наверх смотреть. Каким образом? Ну там лестница есть. Блин! Там лестница, пойдём. Так, кто потянет, пускай лестница.
Нет, я ушел, пойду, нет, нет, я хп нету. Эй! Джин! Сейчас сделаю лесенку. Давай, давай, давай. Они идут, они наступают, Влад. Быстрей ко мне, Жек. Они взорвут эту лесенку, черт тебя обзывай. Туда, Жек. Я их отстреливать буду. А я... Ты пока строй, я их отстреливаю. Я, блин, построил. Все, можно повторить. Подожди. Нет, вот, сейчас. Все, я все повторял. Пошли. Тихо, давай сюда заглянем. Ой, о, Жека, регенерация. Я кто стреляет, кто стреляет. Жека, сюда, ко мне, быстрей. Регенерация. О, нагрудник. Кто стреляет, кто стреляет? Да нет. Я горю. Почему нифига не лечит? А, сила, тьфу ты. Смотри, так. Есть раздатчики, раздатчики fire resistance. Убирает. Ой! Пойдем. Тут спавнер, я его светил. В нем дерево и стрелы. Давай, я тоже к тебе. Ты что за бока съешь? Ух ты! Я с вами его, опыт есть. Я хотела сделать, подожди. Все, пойдем. Джек, может воду сломаем? О, стекло точнее. Они же смогут забираться, не надо. Так, аккуратненько. Подожди, стой, я блоки возьму в руки. Мне кажется, равно не надо. Не, пошли дальше. Там железо есть, хотя. Пойдем еще выше, смотри. Есть лестница? Только блоки. А, все, пофиг. Жак, подкурсов, видишь? Уголок? Все, ты пэхайся, капитулису, где ты пэхайся, все, ты пэхайся. Так. Ух. Что такое? Смотри, что это такое. Я типа тестовая комната 1, пошли, может, надо... Вон, сын. О, смотри, там какой-то оазис. И крипер стоит, нормально. Пошли, Жек, сюда. Смотри, Жек, тоже какой-то пальчик. Тут тортики, и тут сундук должен быть. Да, сундук есть. О, блоки есть. Это всё? Типа такая это домик такой. Так, стоп. А шерсть она просто отдельно должна от него быть? Или шерсть? Она прям... Мы будем даже просто сохранять, а потом мы найдем, как, ну, в процессе игры найдем момент победы. Жек, пошли сюда, в первую комнату. Где? Это она? Так, видишь там какая-то... Окей. Ой. Ты умеешь, да, с помощью факела дышать? Да, так, все, подышал. О! Что там? О, пузырьки опыта. Сак стрел. Давай возьму. Шерсти нету. Пойдем в следующую комнату, чё? Тут их три? Видимо. Ой, мы тут всё залили водой. Ну ладно. Так, смотри, у нас тут есть дверки. Я не пойму, что сейчас. Так. Это у нас что? Что такое эмбулетор? Так, у меня есть зелье скорости. Смотри, 4 золотых стыка. Бери. Ты слышишь какие-то звуки страшные? Спавнеры зомби вот. Маленьких. Ой, больших. Ломай спавнер. А, больших? Так, один сломал, второй сломал, третий сломал. Еще. Сундучок, еда. Все, больше ничего нет. Точно? Все, пошел. Блин, что это звуки такие ужасные? Ах ты, где? Ух ты! Может, пойдем? Не-не, пойдем. Дай вам вход. Стой. Там спавнер криперов и обсидиан. А! Я закрыла дверь! Стой! Давай дверь сломаем. У него там вообще. Сюда сделаю дорогу. Отойди. Там динамит. Отойди.